Всем привет! Здравствуйте, мои дорогие друзья! Авторская программа «Давай поговорим». Сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на два интересных фильма в YouTube, которые я просмотрел несколько раз. Это первый фильм, редкий документальный фильм «Вся правда о Сергее Есенине». Звучит так стопроцентно уверенно. Мне понравилось название, я просмотрел его, и действительно есть что интересно в этом фильме. Задуматься, проанализировать и подумать, действительно, как это все произошло с Есениным, да, Сергеем. Николай Соловьев, автор этого канала, и вам я предлагаю посмотреть этот фильм и сделать свои заключения. И второй фильм тоже очень интересный, как бы беседа двух психиатров о личности Есенина. Этот канал называется «Психиатрии». Тоже предлагаю вам на YouTube посмотреть и сравнить эти два умозаключения различных людей и для себя сделать какой-то выбор. Потому что мы живем сегодня в противоречивом мире, где черное и белое уже перепуталось. Все, что черное, выдается за белое, все, что белое, выдается за черное. И очень важно разбираться в этом всем и делать для себя такие правильные заключения. Поэтому, дорогой зритель, я предлагаю тебе включить свои мозги и посмотреть эти два фильма и сделать для себя, может быть, какое-то умозаключение, которое поможет тебе в этом вопросе больше разобраться, еще точнее понять жизнь этого великого человека. Хорошего тебе просмотра. Ссылки на эти два фильма вы найдете внизу в описании этого ролика. Я думаю, что есть над чем задуматься, есть над чем поработать. Каждому из нас, прежде всего, я снимаю это видео для самого себя. Если какие-то есть интересные моменты в моей жизни, я всегда это как-то обрабатываю. Сначала сам у себя в голове, через сердце пропускаю, стараюсь как-то в каких-то действиях это потом выражать. Итак, пожалуйста, заходи на другие видео. Если тебе понравилось мое видео, то, пожалуйста, подпишись на мой канал. Я тебе буду очень-очень благодарен. Также, если какие-то вопросы есть личного плана, пожалуйста, свяжись со мной. Я тебе с удовольствием чем могу, тем помогу. Итак, с вами был Виктор Балит. До следующего ролика. Заходите. Пока-пока.